На конкурс дети читают стихи на лабиринт.ру. Скудатин Александр, 7 лет, город Москва. Мальчик из села Поповки, Самуил Яковлевич Маршак. Среди сугробов и ворон, в селе разрушенном дотла, стоит зажмурившись ребенок, последний гражданин села. Испуганный котенок белый, облуг печки трубы. Это все, что уцелел от лезвий жизни и избы. Стоит белоголовый Петя, и плачет старик без слез. 3 года прожил на свете, так что узнал и перенес. При нем избу воспалили, угнали маму со двора. И в наспех вырытой могиле лежит убитая сестра. Не отпускай бать винтовки, пока не вдохнешь врагу. Вся кровь пролитую в Поповке из ребенка на снегу.